нужно чем-то себя занять. Счастье в этом городе полно всякой швали. Разберусь с ними. Спасибо, CTOS. Всего лишь брешь в системе распознавания. И личные данные всех жителей у меня в кармане. Мне не вынести этот кошмар. Хочется думать о другом, беззаботном времени, когда она была жива. Но в голове только одно. Тот ужасный день. Нужно чем-то себя занять. Счастье в этом городе полно всякой швали. Разберусь с ними. Спасибо, CTOS. Всего лишь брешь в системе распознавания. И личные данные всех жителей у меня в кармане. Я потерял. Нужно преподать ему урок манер. Отслежу сигнал и найду его. А досрочная будет? Хрена, нет, ты прикинь. Он спер гребаную приставку и пачку игр всего-то. Вроде хозяин был дома. Он ему пушкой врезал, но не застрелил ведь. Это разные вещи. За что ему 5 лет впаяли? Взгляните на него. Подходящий пример. Когда уже накроют, Дэдси? А почему... Я прекрасно понимаю, что она делает. Заходит, зад оттопыривает, трясет своей кофтой. В наше время все было иначе. Мы еще как-то справлялись. С трудом, но... Соседа, сын тупо сидит дома. Кроме школы и церкви, никуда. Черт, только подумай. Детство в 4 стенах. Это ж кошмар. Главное, чтобы сейчас никуда не влип. А... Что такое? Дерьмо! Спокойнее.
Он где-то здесь. Главное, чтобы не засек. Дальше дело техники. Походу, он за ней идет. Ха, он совсем близко. 100 пудов. Эй, надо поговорить. Нам не о чем говорить. Мы расстались. Все. А вот и нет. Еще не вся. Отвали! Закричу! Сейчас я тебя... Нет, нет! Я только начал! Эй, нравится смотреть? Спасибо. Осторожно, рекомендарам. Спасибо, Анон.